Всем привет! Сейчас я расскажу, как скачать Сбербанк на iPhone. Заходим в App Store и пишем «Учет онлайн». Если вы напишите без слова «онлайн», то приложение вы не найдете. Приложение скачано, и как мы видим, это тот же самый Сбербанк, только в немного другом дизайне. Скачивайте скорее, пока его не удалили из App Store.